уезжаете? Да. Ну и куда уезжаете, Иван Сергеевич? На родину? В Россию? Да нет, Федор Михайлович. Россия – это место моего рождения. Но уж никак не родина. Да. Смею предположить, что родина ваша – Париж. Да не совсем так. Не совсем. Но согласитесь, мыслящему человеку трудно назвать родиной страну, где убивает живую мысль, где царит произвол, где церковный мракобесие делает из людей бессловесных рабов. Да, я тут как-то прочел в «Голосе». Знакомая вам газетка, не правда ли? Да. Прочел, прямо в передовой статье. Мы радовались в крымскую кампанию успехам оружия союзников и поражению наших. Поражению наших радовались, а? Нет, я до такого либерализма не доходил. Я хоть и был тогда на каторге, а все же и не радовался успехам противника. Я ощущал себя русским. Угу. И жаждал успеха русскому оружию. Хоть и оставался тогда еще шелудивым либералом. Так что же вам либералы такого плохого сделали? То, что совесть человеческую считают превыше всего? Совесть без Бога есть ужас. А-а-а. Такая свобода может запутаться, заблудиться до самого безнравственного. Ну и что же, Федор Михайлович, по-вашему, самое безнравственное? Не надо, Иван Сергеевич, зачем? Вы прекрасно понимаете, о чем я. Да, либералы за свободу совести. Ну какой совести? Которая шита по их меркам. А если не по их меркам, то что? А, тогда провались. Все, пропадом провались. Ну так что ж, скажу тогда без обиняков. Если такая Россия провалилась бы, то никакого убытка и, к сожалению, человечества не было бы. Поверьте, никакого. Да, Иван Сергеевич. Вы и раньше ничего в русском народе не понимали, хоть и книжки про него писали, а теперь и подавно. Я вот вам совет хочу дать. Вы телескоп купите. А телескоп-то зачем? А отсюда далеко. Наведите на Россию и разглядывайте там нас. Может, что и разглядите. Да и телескоп никакому либералу не поможет. Погубите вы Россию. А после себя погубите.